Здравствуйте, друзья. Такой маленький вопросик. Планируется ли в ближайшем будущем интервью со Светланой Каф или каким-либо другим адвокатом? Очень хотелось бы задать вопросы, так как в России тревожные изменения. Значит, три изменения, так они по номерам идут. Первое. Запрещены свидетели Иеговы. Второе. На Кавказе публичные люди в СМИ одобряют убийство геев. Третье. По всей стране после антикоррупционных митингов участников этих митингов стали прессовать. Некоторых забирали с занятий в институтах, школах. Вот, значит, такой вопрос. Ну, давайте мы начнем с того, что прямо ответим на вопрос, который прямо поставлен в начале. То есть, не планируется ли там с иммиграционным адвокатом каким? Значит, у нас планируется буквально... Ну, если не сегодня, сегодня точно нет, но вот, может быть, завтра, послезавтра мы в скайпе запишем интервью с человеком, который работает в офисе у Григория Финкельсона и который там пару раз в неделю выезжает на мексиканскую границу забирать клиентов, которые там, значит, просят на границе политического убежища и... Им там на ножку вешают браслетик. Вот, и надо, кто-то должен их там забрать. В общем, вот он ездит их забирать. И я думаю, что это будет интересный такой разговор, поскольку обращение за политическим убежищем на мексиканской границе — это какая-то такая тема у нас на канале неразработанная, а вопросов много. И я думаю, что это является решением для какого-то количества людей, из тех, кто не может получить визу в Соединенные Штаты, туристическую, ну или какую-то, какую бы то ни было визу. И они тогда могут приехать в Мексику, что несложно, а оттуда уже пойти и не переходить границу там, знаете, как вместе с нелегалами, а просто, значит, на самой границе обратиться за статусом. Вот, так что... Такой интересный путь. Значит, и такое интервью у нас, вот мы договаривались на 7 число. Сегодня у нас 4, ну где-то вот так. 6-7, где-то мы договаривались. Теперь, значит, надо проверить. Что касается вот этих вот событий тревожных там и так далее, давайте мы все-таки, как люди взрослые, до того, как мы поговорим с адвокатом на эту тему, все-таки спросим себя, а что такое там вот политическое убежище, и за что его дают, и насколько это сиюминутная вещь, или насколько это продолжительная вещь, в смысле преследования там или проблем, и дают ли человеку политическое убежище за то, что он лично преследуем, или за то, что в целом в стране нездоровая обстановка, которая ему не нравится. Поэтому, ну вот, запрещены свидетели Иеговы. Я думаю, что для людей, которые смогут подтвердить, что они свидетели Иеговы, сильно упрощается процесс получения политического убежища, ну, буквально, вот, можно сказать, переходит в состояние почти автоматического. Правда, если ты не можешь исповедовать там свою религию, а свидетели Иеговы в Соединенных Штатах не считаются какой-то сектой там нехорошей и так далее, то есть есть какая-то легитимная с точки зрения американской системы религия, человеку не дают ее исповедовать, она официально запрещена, это, конечно, дорогого стоит. Вот. То есть точно так же, как если бы, например, там запретить, знаете, так еще на законодательном уровне, запретить, вот, допустим, там, проявление однополости там в отношениях и так далее, это сразу будет как бы хороший кейс такой, ну да. Вот, значит, дальше что? Или там, скажем, запретить прием на работу там на государственные предприятия или предприятия, которые получают заказы от государства, представители какой-то национальности, например. О, вот это все, это сразу, это, конечно, это уже прям автомат такой. Но дальше что? Значит, но все-таки
одно дело, тебя где-то поджали, другое дело, у тебя есть опасность, например, того, что ты, как сказать, тебе опасно находиться где-то, понимаете, опасно. Или вот есть, или тебе угрожают, или есть угроза, что начнется вот такое. То есть все-таки есть всякие тонкости в этом. И какая-то сиюминутность, вот когда говорят, а вот там приняли какой-то закон, а вот там, ну хорошо, но если ты не свидетель Иеговы, чего тебе? Или вот, например, на Кавказе публичные люди одобряют убийство геев. Значит, если гей живет на Кавказе, да, он говорит, я боюсь. И его, как бы, его поймут. И я видел геев, которые не из Кавказа, а вот, допустим, из Москвы и Питера. Их тоже вполне понимали, они объясняли там свои какие-то причины. И вполне, так сказать, беспроблемно получали, я по результату просто смотрю, получали там свое разрешение на работу и так далее. То есть для этого не нужно быть из Кавказа. Но, в принципе, конечно, если вы еще из Кавказа, так и вообще. Теперь... По всей стране после антикоррупционных митингов участников этих митингов стали прессовать. Некоторых забирали с занятий и так далее. Но понимаете, история? Все-таки участие в несанкционированных митингах, да, оно как бы вообще-то незаконное. Вот я бы так сказал. То есть если человека... Вот у нас писал один... Значит, зритель, он говорит, что вот я шел там по Тверской, а меня схватили, палками побили, там, дубинками, и там воронок закинули, и так далее. И это как бы одно. Но опять, в этом нет, может быть, личного преследования. Вот он был там в каком-то месте, попался вот куда-то. И значит ли это, что ему дадут политическое убежище? Но если он систематически ходит на демонстрации, если он выражает протест, если демонстрация не может быть разрешенный, потому что такой вот режим, что он не разрешает демонстрации. Ну и пошло и поехало. То есть, конечно, никакой симпатии, там, скажем, к кремлевскому режиму у американского суда нет. То есть, как бы все понятно про этот режим. Но, тем не менее, значит, все-таки выстраивается какая-то цепочка там всего. Если мы пригласим адвоката к нам на канал, значит, и скажем, а вот там на Кавказе, а вот там, значит, свидетели Иеговы, а вот там прессуют вот участников митинга. Но помилуйте, но это же не первый митинг. И для того, чтобы запретить, можно, конечно, запретить официально там свидетелей Иеговы, а можно их дискриминировать, не запрещая. Понимаете, вот в СССР, например, но мне многие говорят, что этого не было, но вот я как, так сказать, в некотором смысле жертва. Так сказать, я могу сказать, что у нас не было законов против евреев, например. Законов не было. А дискриминация была без законов. Вот в США нет законов по дискриминации тех, у кого нет грин-карты. Нет такого законодательно, чтобы можно было человека не брать на работу, если у него нет грин-карты, а есть просто разрешение на работу. Но вот же не берут, вот прямо сейчас не берут. Ну, в смысле, как не берут? Ну... Какие-то компании, они вот носом воротят и так как-то вот что-то, понимаете, а так вроде закона такого нету. Ну, поэтому если мы хотим пригласить иммиграционного адвоката вот только ради этих трех хохмочек, да, я думаю, что нет смысла никакого, потому что, почесав репу там пару минут, мы, в общем-то, вместо этого адвоката можем легко ответить. Мы можем сказать, ну да, приезжай, подавай, там. Но ты должен иметь адекватно построенную историю, которая не говорит, что достали меня все, дайте мне политическую убежище. Нет, ну как же, за то, что достали, не дают. За то, что вы мнительные, тоже не дают. Но все-таки должны быть какие-то факты, вот что там, преследований, я не знаю. Должна быть какая-то система в этом. То есть не то, что где-то он шел, и на него кирпич на голову ему упал, и говорит, вот, там достали, там власть меня преследует. А это была еще и стройка, и там как раз вот кирпичи падали постоянно. Ну, понимаете, вот, так что... Я даже... Есть больная тема к этому делу, вот теракт
недавний в Санкт-Петербурге, и я тут смотрю, такая буча поднялась. Вот у меня тут товарищ один, я, правда, подтираю, но все это. Он там кричит, что это вот никому не нужны теракты, кроме самой власти. Вот, например, такую вещь. И можно ли с этим пойти, значит, там на политическое убежище, сказать, вот у нас такая власть, она теракты устраивает, и я боюсь, что там, ну, понимаете, даже не знаю. Мы знаем, что кроме власти бывают еще люди, которые просто на голову больные. И они устраивают. Мы знаем, что на самом деле вот эти теракты ударяют по власти. Ударяют по ее способности как бы поддерживать общество в спокойном состоянии, в безопасном состоянии. Их не свалили на оппозицию, понимаете? То есть никто не попытался этого сделать, пока я не вижу. Может быть, там на месте что-то происходит, я не знаю. Но к чему я говорю, что эмоции захлестывают страхи, переживания, возмущения, негодования и все такое. И можно сказать, а вот давайте позовем иммиграционного адвоката, пусть он нам скажет, что мы с этого будем иметь. Реально ничего не будете иметь. То есть не больше того, что вы уже могли бы иметь с этого самого иммиграционного адвоката. Так что нам на самом деле не так сложно позвать иммиграционного адвоката. Нам нужен повод просто. То есть как только повод есть, мы тут же, мы можем в скайпе даже, нам не нужно особо там от работы людей отвлекать. Мы можем вечером, мы можем рано утром. Другое дело, что Светлана Каф, например, они любят приехать с помощником, они, Марат его зовут, вот они с Маратом любят подъехать, и как-то они в свет, может, выбираются так, а то вот полдня на это дело грохается у них, и мне даже неудобно, но я подозреваю, что мы находимся в преддверии большого количества существенных изменений в иммиграционном законодательстве. И вот когда это произойдет, не на уровне обсуждения, потому что спекулировать можно там бесконечно и ничем это не кончается, но на уровне конкретных уже законопроектов, вот мы тогда соберемся и поболтаем, может быть, даже, я думаю, может быть, несколько разных людей пригласить, знаете, чтобы они там, может быть, там как-то с разных сторон посмотрели, поспорили немножко там и так далее. Тоже было бы интересно. Вот, наверное, мы на этом и закончим. Ребята, всем я пожелаю, как бы сказать, хорошего состояния и физического, и морального, что ли. Потому что очень много стресса вокруг, очень много не самых замечательных событий, приятных в жизни бывает, и надо держаться и не срываться, и как бы оставаться на позициях человека разумного и человека порядочного. Вот, а когда человек срывается из этого состояния, тогда начинается гораздо больше бед, чем те, которые приводят к этому срыву. Так что вот давайте будем в хорошем состоянии. Счастливо!